Дискотека Аварии, песня такая была, яйца. Да, ну это же давно, да, тебе еще не было тогда, да. Что ты, мостом, мост на грудь берешь? Пока 80 килограмм накидываю. Танкисты настолько суровые, что качаются мостами от Нивы. То есть танки были поставлены с данным типом защиты. Его благополучно сняли и сделали вот так. Я думаю, вы сами понимаете, в чем преимущество. На танке установлены дымы. Как они, УДШ называются, да? Да. А зачем они? Бывает завеса. На отходе включают. А там в комментариях люди писали, типа, это танк горит на УДШ. Нет, это для УДШ дымит, а не танк горит. Помогает? Уверен. А 3D6 в каких случаях? 3D6 у тебя срабатывает, ну, ты стреляешь перед собой, а у ДШ это уже на отходе, чтобы никакой дурак не вылез из трубы.
3D6. Вот, 3D6. Лазил и прыгал. Можешь не бояться. Все выйдет. Тяжка осталась, родная динамическая защита. И вынос от них еще сколько? Пустота. Да, сантиметров 40. Свеженькие. Да. Краска пара. Коль, скажи, почему данная конструкция себя не зарекомендовала? Бока открыты. Ну, кроме крыши, кроме сброса, на ней ничего не работает. А в крыше он не бьет. Он бьет, пытается под башню. МТО. Поэтому снимаем. Сколько раз этот танк был на выезде? Порядка 10. Мы уже лепим. Вот, чтобы не разбирать, просто восстанавливаем, довариваем. Вообще, расскажи, что вот это за конструкция? Это до мангала мы пробовали, так сказать, называемые усики. Тоже показались неплохо, но не так эффективно, как мангал. В общем, разные варианты пробовали. Да, да. Но это самый рабочий. Мангал, да. Раньше, да, делали подбой резиновый. Вот. Сейчас перестали. Но данный танк обшит внутри резиной. Ты про какую толщину говоришь? От решетки до основной брони. Угу. То есть камикадзе глупил. Очень порядка 40 сантиметров. Коля, объясни людям, зачем пространство между барьером, в который попадает кумулятивный снаряд, и корпусом танка? Он успел рассеяться. Кумулятивный снаряд успел рассеяться. То есть какое вот минимальное расстояние должно быть? Ну хотя бы 50 сантиметров хотя бы. Здесь по-разному. Но основная толщина не даст пройти струе. Ну, то есть впритык не надо делать, это бессмысленно? Нет, это бессмысленно. А сколько огнетушителей? На машине по два. Ну, это так, на всякие пожарные. Да, да. А ты вообще КМТ какие устанавливаешь? КМТ-6, КМТ-7. А какие? Живые, катковые. А какие предпочтительнее? В зависимости от задачи. Ну, вот если по неизведанному, живые. По неизведанной местности ехать. На живые. КМТ-6 протралить дорогу. А какая скорость танка, когда он с ножами едет? До 15 километров. Порядка 10-15, от грунта зависит. Ну, 15 идем. А лучше по сухому грунту или по влажному ехать? По сухому. Слушай, ну рэп такой внушительный. Какой-то уже даже, я смотрю, подгорел немного. Ну, бывало в бою, он осколками был уже битый, восстанавливали. А данный танк сколько раз выезжал? Этот? 4. Просто в чистое поле вот выезжал танк и вот вернулся. Капут целый. Капут, естественно, восстанавливаем. Не, ну понятно, то что там какие-то эти. Наводим красоту заново. Ну, ты говорил, там какой-то танк 14 FPV было попадание? Да, но он сейчас стоит на другой точке на дежурстве. 14 FPV. 14 FPV и 1 РПГ, офигеть. Ну там, наверное, вообще, да, с него всю защиту поснимало. 2 дня и мы все восстановили. Нормально. А так в основном куда FPV-шками били? Просто в корпус, неважно. Просто в корпус. Думали, а я не понимаю, где башня, где она все растянуто, закрыто. Просто бьют, чтобы пробить. А ты вообще как вот совершенствовал обшивку танка? Потому что, допустим, если год назад
У тебя танки были по-другому обшиты. Теперь вот спустя год они у тебя вообще иначе выглядят. Более внушительно. Это двигатель, да? Двигатель прогресс. Выхлопная, да? Да. Даже камеру покрасили. Внутрь танка. Она была с этой стороны. Внутрь конструкции. Так, ну я так понял, данное помещение для кого? Рассчитано под пехоту. Как такси, да? Именно. Вот она, камера командира. Ниже камера механика. Так, ну это задний ход, да, камера? Там переключается режим. Вот так все обустроено. Сейчас стоит режим до заднего хода. А, и перед, и зад. Ага. Два режима. Можно поставить чисто перед, либо чисто зад. Вот здесь будет сидеть командир машины. Вот здесь он будет сидеть. Вот он все видит. А здесь уже десант по кругу. Угу. Вот у него связь. А что за тумблера? Для подъема и опуска дверей. Интересно, когда ФИПИ прилетают, здесь, наверное, как в куполе, как в колоколе сидишь. Дзынь-дзынь-дзынь. Толщина не позволит, даже не услышишь. Толщина стен по бокам. Здесь можно положить продовольствие, которое вместе с пехотой останется на позиции. И через эти отсеки. Покажи бронекапсулу. Если спустить бронекапсулу. Да. Бронекапсула, конечно, внушает доверие. Даже провода защищены. Железный корпус. Ну а ты что скажешь? Да, чуть-чуть. Я в таком бы поехал. Лучше, чем на голом ехать. 100%. Стены, блядь, почти 40 сантиметров, которые именно наружные борта. Ну, все порядок. Так, ну тут расстояние довольно-таки большое. Можно и в бронике, в каске вылазить свободно. Вот здесь планируем сейчас еще крючки наварить. Для чего? Личные вещи. Ага. Не лазить с ним. По бокам будут под продовольствие, как полки. Я еще только раз и сбросил. Здесь в сетку, чтобы вентилятор дул, машина не грелась. Ага. А здесь получается в сетку, сверху еще листы. 7-миллиметровые. Слушай, ну я бы не сказал, что прям существенно как-то увеличиваются габариты танка. Увеличиваются, конечно, но мне кажется, но оно того стоит, да. Каждый проводок заведен в трубы. А что скажешь про заводские мангалы, так скажем, которые вот начали там выпускать? Вот недавно ты мне скидывал видео, где уже из завода танк обшит. Я бы на нем бы не поехал. Почему? Наверное, люди не поехали. Недоделано, они отстают. Года на полтора. Ну да, а как думаешь, почему? Не катаются. Они не берут какого-то человека, танкиста, с СВУ, не берут к себе так в команду, не говорят, так, расскажи, что сейчас происходит.
Они все, блядь, увидели по телевизору и от этого отталкиваются. Нет, надо, блядь, взять какого-то участника своего, члена экипажа, командира роты, блядь, и пусть он им расскажет реалии, какие на самом деле что-то происходит. Ну а если они берут какого-то командира роты или члена экипажа, который, ну не знаю, там в тылу находился, и он только слышал про это все? Ну значит зря они его берут, надо брать именно непосредственно участника, нормального такого, заинтересованного. Сколько на танк краски уходит, чтобы покрасить? 12 килограмм в круг. Десант, земля, блядь. Коля, а эти цепи от чего? Откуда? От дрона. Видишь, работают. Не, понятно, что дронов. Я имею в виду, изначально они для чего были предназначены? Изначально? А, на танках или? Нет, нет, вообще. Чтобы свиньи не перекусили. Есть. Напротив уже две сразу будет. Блин. А для чего тебе свет? Ночью кататься. А что, тепловизионная камера не подходит для этого? А если ее разобьет осколком? Хорош. Запас надо иметь. Расскажи про рэп, который установлен. Что за рэп? 11-канальный. Неплохо обшил? Да. А после выезда процентом соотношения сколько рэпов остается в живых? По-разному. 50 на 50. 50 на 50? А что ты тепловизионную камеру где ты установил? Сейчас. Отходи. А ну, Кавказ, опусти, чтобы было видно у верха на камеру. Смотри, одна вверху. Это для командира, который сидит в башне. А наверху это для командира. А ниже это для механика. У каждого своя камера. А так, чтобы с голого танка переоборудовать в такой танк, сколько необходимо денег? С рэба миллион. С рэба миллион. Угу. Все это смотреть, то есть если голый танк будет выезжать, это почти 100% то, что он не вернется обратно. Он не вернется. А с таким, мне кажется, это будет более выгодно. Игорь на саночках.